ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। Итак, сегодня у нас Шримад Бхагаватам, 7-я песня, глава 6-я, тексты с 1 по 8. Это наставление Прохлады Махараджи. Прохлад Махарадж дает наставление своим соклассникам. Итак, он учит их бхакти, тому бхакти, который он уже упомянул в разговоре с Хираньякашипу, Шиваном, Киртаном, Вишну, Смараном, Падасиваном, Арчаном, Вананом, Дасьем, Сакьем, Атманиведаном. То есть эти процессы бхакти являются прямым методом, прямым непосредственным методом, благодаря которому можно соприкоснуться с Господом, не косвенным через всякие материальные вещи, но прямым. И посмотрим, что он им проповедует. Проповедь Прохлады Махараджи его соученикам – это базовый фундамент, это фундамент проповеди. Это то, как мы должны проповедовать людям невинным, которые не являются преданными. Хотя, даже для тех, кто стал преданным, эта проповедь также уместна, потому что она позволяет нам навести фокус и понять, где мы находимся, на каком уровне я нахожусь. Потому что в материальном мире тенденция такова, что все склоняется к деградации. Если поначалу, может быть, я начинал этот процесс с великим вдохновением, то потом я могу почувствовать, что я как-то заритуализовался, я как бы внешне выполняю что-то, но того порыва, того чувства и того акцента на духовную реальность нету. Итак, Прохлада Махараджа опять в школе. Его послали опять в школе в третий раз, на третий год, по сути дела. То есть он не смог выучить. Он не смог выучить основы политики, дипломатии, сама, дана, бхеда, данда. Он не смог это выучить, потому что он был вне двойственности. В результате Хираньякашипу разгневался и пытался убить Прохладу различными способами. Но Прохлада был абсолютно непоколебим и спокоен. Но в противоположность ему Хираньякашипу очень сильно нервничал и очень сильно боялся, когда он увидел, что он не может убить Прохладу, потому что он понял, что сила Прохлады или сила Господа на самом деле, потому что это было могущество Господа, превосходит его собственное. Хотя ранее он всегда был уверен, что он непоколебим, что он непобедим. Но оказалось наоборот. Шанда и Марка убедили Хираньякашипу, что Прохладу, после того, как они не смогли убить Прохладу, что они не пытались сделать. Хираньякашипу не смог его убить. После этого Шанда и Марка опять успокоили Хираньякашипу и сказали, что пускай он идет в школу, время сделает свое, мы будем его учить, пройдет время, и он научится тому, чему надо. Но, увы, Прохлад Махарадж в школе был таким же. Как правильно сказал Хираньякашипу, Прохлад Махарадж подобен закрученному хвосту собаки, который бубликом. Его невозможно распрямить. Он опять. Прохлад примерно такого же. Он делает все то же самое. Итак, первый текст.
Прохлада Махараджа сказал. Пожалуйста, это не заключите. Прохлада Махараджа сказал. Тот, у кого достаточно разума, должен с самого начала, с детских лет, использовать свою человеческую жизнь для того, чтобы заниматься преданным служением, а не чем-то иным. Это очень известный текст также. Шри Прохлада Вача. Каумара чарет прагья. Дхарман Бхагаватанеха Дурлабха Манушья Джанма Тад Апи Адхрувам Артхадам. Итак, Каумар Ачарет Прагья. То есть Прохлада сказал, с возраста Каумара человек должен посвящать себя Бхагавата Дхарме. Каумара — это возраст с года до пяти. Хотя Прохлад был пятилетним ребенком на то время, и его соклассники тоже были такого возраста приблизительно. Но Прохлад говорит, не с пяти лет на самом деле, как мы можем подумать, а с возраста Каумара. Каумара в пять лет уже практически заканчивается возраст. Раньше еще, насколько это возможно, когда ребенок начинает что-то понимать, его можно учить. И мы видим, что маленькие дети, они начинают танцевать, они поднимают руки вверх, еще они не умеют говорить даже, они не способны произнести какое-то слово внятно даже, но они уже танцуют, то есть понятно, что они обезьяничают, но все равно это преданное служение, это агьята, сукрити, бхакти, агьята. Итак, дхарма бхагаватанаха. Тот, у кого достаточно разума, должен с самого начала, с детских лет, использовать свою человеческую жизнь для того, чтобы заниматься преданным служением, а не чем-то иным. Родиться человеком – это редкая удача. И здесь дурлабха манушам джанма. Дурлабха – это очень редкостное. Дурлабха. Манушья – человеческое. Те, кто следует. Или манушья — это последователи ману, на самом деле от слова ману исходит. Это те, кто следует. Это предназначение человека, это его нормальное состояние. Манушья. Homo sapiens, человек разумный. И точно так же на санскрите это звучит манушья. Человек разумный означает не дикий. Манушья означает тот, кто следует законам ману. По сути дела, другое значение. Манушья, дурлабха манушам джанма. Джанма — это рождение, редкостное человеческое рождение. Очень редкая удача, ведь человеческое тело, хотя оно, как и все другие тела, бренно, тадаби адгрувам. Адгрувам означает непрочное. Непрочное, какие-то не те условия, все, оно разбито. Оно выходит из строя, все, душа вынуждена покинуть его. Адгрувам. Тем не менее, хотя оно бренное, тем не менее имеет особую ценность. Артхадам дает артху, дает величайшее приобретение. Артхадам. Исполнено величайшего, глубочайшего смысла. Ибо позволяет, имеет особую ценность, ибо позволяет преданно служить Верховной Личности Бога. Даже недолгое, но искреннее преданное служение может привести человека к высшему совершенству. Прекрасный текст. Итак, интересно, как Вишванатха Чакраварти Такур оценивает этот стих и как он выстраивает на основе этих утверждений стиха, как он выстраивает последовательность и поясняет эти понятия, то есть риторический разговор, вопрос-ответы. Но почему с кумара это означает практиковать дхарман бхагаватаныха? Дхармы практиковать, но дхарма — обычное понятие. Дхарма — это то, что предписывает дхарма шастра. Это предписанные обязанности у человека. Но с пяти лет, ну как, практиковать варнашрама дхарму с пяти лет, ну это нереальное что-то. Нет, он говорит. Человек не квалифицирован в таком возрасте практиковать варнашраму еще, но
Речь идет не о Варнашаме тут, на самом деле. Речь идет о вечных процессах. Речь идет о санатана дхарме. То, что связано с Богом, непосредственно слушание и воспевание Бога. Как Прабхупада говорил про Сарасвати, дочку Малати и Шимасундра. Он говорил, Сарасвати проповедует, она проповедует. Она говорит, идет и спрашивает, ты знаешь, кто Кришна? Нет, не знаю. Кришна это верховная личность Бога. Все. И он сказал, ее знание совершенно. То есть даже с детства ребенок может практиковать эту санатна дхарму, которая вечно не зависит от гуны и кармы, как в Варнашрама. Но! А почему, вопрос следующий, почему с возраста кумара, почему не с возраста яувана? То есть следующий с 5 до 10, например, или позже. Потому что разумный человек, как сказано здесь в этом стихе, прагня, обладающий пониманием, знанием. Разумный человек понимает, что он может не дожить до возраста яувана. Он может оставить тело в возрасте кумара. Ну и что? Следующий вопрос. В следующей жизни будет практиковать бхакти? Нет. Дурлабха мануша жанма. Дурлабха очень редкое человеческое рождение. Следующее рождение, нету никакой гарантии, что оно будет человеческим. В Махабхарате мы читали очень интересно. Есть глава, которая описывает воздаяние за греховные действия в человеческом теле. Воздаяние. И там получается, если человек совершает какой-то грех, например, он потом рождается червем, рождается улиткой, рождается птицей, рождается животным каким-то, коровой, лошадью, там, собакой, кошкой и так далее. То есть он проходит. Потом он рождается человеком нецивилизованным. То есть это нет никаких гарантий. Следующее рождение, если человек не практикует Бхагавата-дхарму. Итак, но как бхакти, если человеческая жизнь такая адгруван, такая короткая, непрочная, как бхакти можно за такое короткое время осознать и развить? И он говорит, отвечает, но человеческое рождение артхадам величайшую ценность имеет. Потому что мы видим, что, например, Катванга Махараджа за несколько секунд он обрел совершенство, предавшись Господу. То есть бхакти, на самом деле, это очень короткий процесс, зависит от искренности за несколько моментов. Прекрасный стих. Прекрасный. Итак, комментарии Шрилы Прабхупады. Цель веды всей ведической культуры состоит в том, чтобы возвысить человека до совершенного уровня преданного служения. Для этой цели в ведическом обществе предусмотрен уклад жизни, называемый брахмачарьей, когда человек с самого детства, с 5 лет, учится строить свою жизнь так, чтобы достичь совершенства преданного служения. В Бхагавад-гите 2.40 сказано «Свалпам апи асья дхармасья траяте махато бхаят». Даже пройдя по этому пути совсем немного, человек спасется от величайшей опасности. В современном же обществе, которое живет отнюдь не по ведическим принципам и отличается крайней жестокостью, детей не обучают брахмачарии. Вместо этого, под предлогом сдерживания роста населения, матерям объясняют, как убивать в утробе своих же детей. А если ребенок избежал этой участи, его воспитывают так, чтобы он стремился только к чувственным удовольствиям. Во всем мире люди теряют интерес к духовной жизни и не хотят достичь в ней совершенства. Современный человек живет подобно кошке или собаке. Очень, очень сильные высказывания подобно кошке и собаке. Но сам Бхагава там говорит, во второй песне говорится о том, что люди живут как собаки, свиньи, верблюды, ослы. Упуская дарованную им возможность
и обрекают себя на то, чтобы вновь родиться среди низших из 8 400 000 видов жизни. Участники движения сознания Кришны искренне стремятся помочь людям, научив их преданно служить Верховному Господу, ибо тот, кто служит Господу, избегает опасности вновь родиться среди животных. Хари Кришна. То есть, хотя это простые стихи, но они акцентируют исключительность бхакти, исключительность духовной науки. Дальше Шрила Прабхупада пишет. В школах, колледжах, университетах, а также дома дети и молодые люди должны учиться слушать о Верховной Личности Бога. Иначе говоря, нужно учить их слушать наставления Бхагавадгиты, применять эти наставления в жизни и таким образом становиться стойкими преданными, которым уже не грозит падение до уровня животных. Да, существует принципиальное различие между духовным знанием и материальным знанием. И если мы не понимаем это принципиальное различие, то нам кажется, какая-то благородная деятельность или благотворительная деятельность мирская, что она практически то же самое, что преданное служение. Нет. Нет. Эти процессы Шриманам Киртанам, Вишну Смаханам абсолютно важны. Итак, другими словами, человеческая жизнь – это огромная ответственность. Развитый человеческий разум не должен быть использован ради достижения животных целей или создания, или сотворения в своей жизни полированной, красивой, блестящей животности, но животности, тем не менее. То есть важно понимать отличие человека и животного. Это базовые истины, но, увы, люди о них не ведают. Чем отличается? Они не ведают, чем отличается жизнь человека от жизни животного. Чем отличается жизнь птиц? Вот мы смотрим в окно, птица живет там гнездо на березе, я вижу. Птица живет в гнезде, питается какими-то, чем они сейчас питаются, вообще непонятно. Каким-то червяком, который найдет, кокон какой-то найдет где-то зимой. Случайно какой-то пищей, что попадется. А человек живет в доме и питается с кухни, что приготовил сам, что захотел. Но не в этом отличие. Отличие. Животное не может постичь Бога. Тапасви, садху жили как птицы в лесу просто. Даже не имея гнезда. И питались какими-то лесными корнями или фруктами, но их жизнь была возвышена. Человеческая жизнь предназначена для осознания Бога. Атата Брахма Джигьяса. Манушья Джанма. Манушья Джанма означает человеческое рождение, и это выделяет человеческое рождение не только среди животных, рождение как животное, но и среди полубогов. Потому что полубогам очень трудно практиковать духовную жизнь, потому что там все хорошо. Преданные делились, что не просто убедить кого-то в Японии стать преданным, это не просто, потому что у них все хорошо. У них нету проблем. Как бы нажал на кнопку, у тебя все появляется. Нажал на кнопку, зарабатываешь деньги. Нажал на кнопку, тебе принесли все, что нужно за эти деньги. Жизнь, все в компьютере, все хорошо, никаких таких ужасных событий, как бы. Очень сложно, людям очень сложно. Что говорить о сварге? Поэтому не нужно тратить время, пока это человеческое рождение, пока в нашей жизни есть достаточно страданий. Потому что если мы преданные, и мы не пользуемся этой возможностью вернуться обратно домой к Богу, мы просто преданные. Это означает, что в следующей жизни мы родимся на какой-то сварге. Хотите? И там вы просто будете отрабатывать свои
свое благочестие, которое вы заработали, повторяя Харе Кришна. Ну а потом опять попадете на землю. А тут непонятно, что опять. Война или мир, вообще непонятно. Война и мир, короче. Итак, почему служить Господу? Второй стих говорит об этом. Родившись человеком, живое существо обретает возможность вернуться домой к Богу. Поэтому все, особенно люди, должны поклоняться лотосным стопам Господа Вишну и преданно служить Ему. Преданное служение – естественное занятие для каждой души, ибо Господь Вишну – Верховная Личность Бога, очень-очень дорог всем живым существам, и Он их повелитель и благожелатель. Итак, это естественное состояние – служить Господу. Что это означает? В определенном смысле даже задавать такой вопрос, а почему служить Господу или почему это естественно, но это даже это какой-то такой парадоксальный вопрос, потому что для чего созданы, например, наши глаза? Для того, чтобы видеть, правда? Для чего созданы наши легкие? Чтобы дышать? Только для этого. Это их естественное призвание. Для чего создан язык? Для того, чтобы вкушать, ощущать вкусы, потому что на нем есть вкусовые бугорки. Это его предназначение. Точно так же для души. Это абсолютно естественно служить Господу и любить Господа. Не просто служить даже, а любить. Думать о нем. Даже если мы понемногу делаем это, то наша жизнь изменяется. То есть, естественно, означает, что это есть уже. Просто мы должны пробудить это в себе опять. Оно есть, это чувство есть. И в этом стихе также говорится, он повелитель и благожелатель, очень дорог всем живым существам. Это перекликается со стихом 5.29, Бхактарам Ягьятапасам, Саралок Махешварам, Сухридам Сарабуданам, Гьятамам Шанти Мричати. То есть, Шрила Прабхупада об этом как раз ссылается на этот стих в комментарии. То есть те, кто осознали, что я единственный, Господь говорит, кто? Бхактарам. Я единственный Бхакта, Ягья Тапаси. То есть он наслаждается всеми жертвоприношениями, тапасями нашими. Мы не подозреваем зачастую об этом. Мы думаем, что мы наслаждаемся. Мы претендуем на плоды всех своих тапасей. Но так или иначе. Сарвалока Махешвара, что я владелец всего, что тут делит? Я владелец. Сухридам Сарвабхутанам, я доброжелатель, Сухрид в каждом сердце. Гьятамам Шанти Мричати обретает умиротворение и счастье. Когда Шрила Прабхупада был на 29-м доме, в 29-м доме на Second Avenue в Нью-Йорке, шла война во Вьетнаме, и вопрос мира стоял очень-очень остро среди молодежи. И Шрила Прабхупада выпустил брошюру «Формула мира», и он раскладывал вот эти понятия этого стиха Бхактарам Ягьятапасам. И он говорил о том, что человечество, практикуя эти принципы, обретет мир и спокойствие. Третий текст. Прохлад Махарадж продолжал. Дорогие мои друзья, сыновья демонов, счастье, которое мы испытываем при соприкосновении наших материальных чувств с их объектами, доступно в любом теле, к какому бы виду жизни оно ни относилось. Такое счастье – результат нашей прошлой кармической деятельности. И чтобы испытать его, нам не нужно прилагать усилия. Счастье к нам приходит само собой, так же, как приходит горе. То есть счастье приходит само собой, так же, как приходит само собой горе. То есть Прохлад говорит своим соклассникам, не пытайтесь обрести материальное счастье, даже потому что, даже если будете в аду, там все равно будет какое-то счастье. И даже если вы будете на небесах, все равно там есть какое-то страдание в соответствии с кармой. Но ни это, ни счастье, ни страдание не являются целью жизни. Даже если вы решите
Все, отныне я буду счастливым. Вы не сможете сохранять счастливое расположение. Что-то вас будет огорчать. Или даже если вы решите, что вы должны теперь отныне только страдать, у вас не получится только страдать. Потому что иногда вам будет хорошо. Неизбежно. И поэтому в любом состоянии, или мы в состоянии счастья, или мы в состоянии страдания, нужно посвящать себя служению Господу. Четвертый текст. Не следует добиваться возможности удовлетворять свои чувства и стремиться к счастью, которое приходит с материальным процветанием. Все это пустая трата времени и сил. Занимаясь такой деятельностью, мы никогда не обретем истинного блага. Но если человек старается развить в себе сознание Кришны, он непременно постигнет свое «я» и поднимется на духовный уровень. Подобное благо недоступно тому, кто жаждет лишь материального процветания. То есть лишь материального процветания – это достаточно тупая жизнь. То есть жизнь, как говорилось в первом стихе еще, жизнь очень и очень короткая. Проблема заключается в том, что когда мы стремимся к каким-то материальным плодам только, мы теряем время, и наша жизнь уходит с каждым годом, с каждым мгновением. Далее Прохлад Махарадж будет оценивать человеческую жизнь и делить ее на определенные отрезки, детство, юность и так далее. И это показывает текучесть и быстротечность человеческой жизни. И чем дальше в детстве, тот же самый отрезок времени, например, год или 3 месяца, это казалось очень долго, каникулы, но впереди каникулы, но это вообще, это так хорошо, это так долго. Но сейчас 3 месяца, это просто раз и нету. Чем дальше, чем старше человек, тем субъективное восприятие времени заставляет нас ощущать время по-другому. И нам кажется, что оно очень быстро мелькает. Каждый третий день экадаши. Чик-чик-чик. 2 недели, как пару дней. Это так и есть. Но это на самом деле также неплохо, потому что вот такое быстрое течение времени позволяет оценивать большие периоды времени и легче сосредоточиться на Кришне на самом деле. В зрелом возрасте, в старости легче сосредоточиться на Кришне в этом смысле. Хотя тело беспокоит больше явно, отвлекает. 5-й текст. Поэтому если человек, живущий в материальном мире, Бхава Махчарита, способен отличить истинное от ложного, то пока он молод и полон сил, пока его тело не стало больным и дряхлым, ему надлежит стремиться к высшей цели жизни. Каждый человек может жить до 100 лет. Однако тот, кто не владеет своими чувствами, навсегда теряет половину этого срока. Ибо ночью, находясь во власти невежества, он спит по 12 часов. У такого человека остается только 50 лет жизни. Итак, дальше Прохлад начинает оценивать жизнь человека. В детстве, в первые 10 лет после рождения, у ребенка еще не развит ум. То есть первые 10 лет ребенок растет активно, и он переживает становление, у него развивается ум, разум, все возможности, он учится владеть телом своим, ходить, бегать и так далее. И в это время он не может постигать абсолютную истину, получается. Он растет, он познает мир.
чаще всего. Он очень любопытен и не по поводу абсолютной истины. Увы. А в следующие 10 лет он проводит в играх и всевозможных забавах. То есть следующие 10 лет он играет, и начинает, он уже взрослеет, у него начинает появляться привязанность к противоположному полу. И это тоже, это серьезная иллюзия, очень серьезная. Конечно, любовь это очень яркое чувство. Но те, кто уже в приличном возрасте, уже понимают цену этой любви, тем более ставши преданными. Да, это очень яркое чувство, но это колоссальная потеря времени. Поглощает полностью. Так человек теряет 20 лет своей жизни. Кроме того, в старости, когда болезнь и немощь не дают человеку заниматься даже материальными делами, он еще 20 лет проживает впустую. То есть 50 лет, то есть у него остается, значит, 10, становление 10, молодость, потом зрелость, он будет дальше описывать семейную жизнь. Последние 20 тоже никуда не годятся. Ну, правильно? Ну, это сложно. Но я замечаю, я не знаю, переживаю свои последние 20, или последние 10, или последние 5, но мне становится не просто жить уже. Ну, как бы, ну, тело стареет, это ж понятно. И далее, это простая логика. И чему посвящаем вот это, чему человек посвящает, это касается непреданных, понятно, вот преданных по-другому все. Чему человек посвящает этот посредине своей жизни промежуток времени? Так дело в том, что это оценивается продолжительность жизни в 100 лет. Кто живет 100 лет? Кто-то видел 100-летнего человека из вас? Вы видели? Сколько? Много? Сколько? Один, два? Одного точно. Одного. Я не одного. Остальные видели? Одного? То есть это колоссальная редкость, на самом деле. Подавляющее количество людей не живут так долго. Итак, дальше стихи с 8 по 18, они описывают семейную жизнь Грихометхи. Это полная поглощенность, полная запутанность. Потому что как брамачари, если человек или до брака, он должен только о себе заботиться. Но когда он женится или девушка выходит замуж, надо заботиться о двоих уже. Или о детях еще дополнительно. И чтобы не только, надо же не только думать, а обеспечивать их также. И требуются большие возможности. Правильно? Если человек живет в брамачари-ашраме, он делит комнату с несколькими брамачари, и он удовлетворен, то грихометхи нужно устроить дома большие, правильно? И грихастхи тоже, на самом деле. Как ни крути. А далее начинаются родственники, соседи и прочее, прочее. Хорошо, если этот дом потом может использоваться как храм. То, что мы видим здесь, правильно? Это прекрасно. Это рациональное использование его дома. В противном случае. Итак. Прохлад Махарадж не критикует греха сознания Кришны. Надо понять. Он критикует грехомет. Людей, которые посвящают себя просто материальной жизни без духовной начинки, так сказать. Но мы поощряем, наоборот, преданный грехаст. Это достойная жизнь, сознание Кришны. Следующий текст. Тот, кто не владеет своим умом и чувствами из-за ненасытного вожделения и неодолимой иллюзии, все сильнее привязывается к семейной жизни.
Для такого безумца остальные годы тоже оказываются потерянными, ибо даже в это время, то есть в середине жизни, когда он более-менее активен и способен на что-то, ибо даже в это время он не способен преданно служить Господу. Шрила Прабхупада пишет в комментарии. Так Махараджа Прахлада объяснил, что на что уходит 100 лет человеческой жизни. В нынешнюю эпоху мало кому удается столько прожить. Но даже если человек живет 100 лет, 50 из них он спит, 20 лет теряет в детстве и юности, и еще 20 в немощной старости, джаравьядхи. Оставшиеся немногие годы из-за слишком сильной привязанности к семейной жизни человек тоже проводит без всякой пользы, без сознания Бога. Поэтому нужно с ранних лет учить ребенка быть настоящим брахмачари, чтобы потом, если у него появится семья, он в совершенстве мог владеть своими чувствами и следовать регулирующим принципам. После греха старшему человеку надлежит принять ванапрасту и уйти в лес, а затем стать саньяси. Так должна строиться человеческая жизнь. В обществе тех, кто не владеет своими чувствами аджитендрия, человека с самого детства учат лишь предаваться наслаждениям, как это происходит, например, в западных странах. И потому, даже если человек живет 100 лет, все свои годы он растрачивает впустую, так и не используя их по назначению, а в момент смерти переселяется в другое тело, которое может и не быть человеческим. Тому, кто прожил свои 100 лет не так, как подобает человеку, кто не совершал тапасию, аскезу, придется снова получить тело животного, например, кошки, собаки или свиньи. Так что, идя на поводу вожделения и потакая прихотям чувств, человек подвергает себя величайшей опасности. Шрила Прабхупада всегда говорил о том, что величайшая опасность, в чем она заключается? В том, что человек, душа соскальзывает в животную форму жизни. И там она идет по этой цепочке животных рождений. И это может быть очень и очень долго. И это неконтролируемый процесс уже. Харе Кришна. Есть ли какие-то дополнения, вопросы-ответы? Если это стало обыденным, как это вновь как бы оживить, и как это, ну, вернуть это состояние, которое было в том, как оживить это состояние настроения свежести духовной жизни. Ну, как бы понять это можно, это не так трудно, правильно? Просто нету такого великого вдохновения, может быть. А как оживить? Видите, эти наставления, они на самом деле, они предназначены для нас в том числе, чтобы мы оценили свою жизнь. Если мы в какую-то колею попали, то нам необходимо встряхиваться время от времени. Например, поехать на фестиваль, либо на марафон пойти распространять книги на улицу. И вы почувствуете сразу пульс духовной жизни. Это очень здорово. Или поехать проповедовать в другой город. Или открыть намахату, например. Тогда каждую неделю вы должны будете себя мобилизовать. И проповедовать, приготовить для преданных просад. Предложить им убрать в доме перед намахатой. То есть нужно постараться принять больше ответственности в духовной жизни. Не только за себя, но за кого-то еще, за что-то еще.
Это очень хороший способ. Да. А расскажите больше про вот это вот понимание ответственности в духовной жизни. Понимание ответственности в духовной жизни. Понятно, что человек должен вначале принять ответственность за свою жизнь. Это означает, что у нас должна быть своя садхана, джапа с утра, ежедневно киртан петь. Ежедневно читать книги, учиться, очень важно учиться. И постепенно нужно принимать ответственность за других. Хотя нам может казаться, что своя личная практика, она дает ощущение, если она стабильна, ощущение определенного комфорта. То есть это какое-то условное освобождение от ужасов материальной жизни. То есть если мы практикуем, то ум как-то мы можем держать под контролем более-менее. Но этого недостаточно. И когда вы принимаете на себя ответственность за проповедь, лучше всего. В каком-то формате вы начинаете проповедовать. Ну, я советую всем грехастам проводить на Махату. Всем. Раз в неделю. Вы принимаете ответственность за это. Вы начинаете чувствовать, что ваша жизнь очень сильно меняется. Вы меняетесь, у вас, когда вы принимаете ответственность, вы ставите себя в другую категорию вообще. В другой категории. И Кришна к вам относится, видя это, Кришна к вам относится уже совсем по-другому. Потому что если вы проповедуете, вы становитесь инструментом для воплощения замыслов Господа, инструмента проявления Его милосердия, Его милости к другим. Потому что Кришна проливает милость через преданных. Всегда практически. Через преданных. И вы становитесь инструментом Его милости. Вы становитесь направляемой Его рукой. И это абсолютно уникальное чувство. Это прекрасное чувство, это очень сладкое чувство зависимости от Господа. Вы чувствуете, что вы в струе Его милости. Потому что если вы несете милость Господу другим, эта милость проходит через вас. И единственное, необходимо не возгордиться при этом. Потому что если вы только гордитесь, вы думаете, что это вы проявляете милость, то тогда все. Все будет перекрыто, краник перекрывается сразу тогда. Мы должны понимать, что это Кришна, и мы не вправе претендовать ни на что. Быть просто удовлетворенными этой деятельностью. И ни на что не претендовать, быть счастливыми. Это очень здорово. Хорошо, если у нас нет вопросов, мы на этом остановимся. Спасибо вам огромное. Хари Кришна, Шрила Прабхупада ки джай. Туда же. Я там сделаю в Инстаграме сейчас шер. Я сделаю. Нажали на кнопочку? В Инстаграм вот этот. Дайте вертикальный телефон. Давайте его сюда.